Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я сделаю очень сильный приворот, заговор и заклинание для мужчин, чтобы приворожить любимую женщину. Итак, слушать данный приворот нужно как можно чаще. И чем чаще вы будете его слушать от начала до конца, тем быстрее сработает приворот. Итак, сядьте поудобнее, представьте вашу любимую девушку, ту, на которую будем делать приворот, и мы начинаем. Повторяйте за мной слова, которые я буду сейчас произносить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа стану раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь, выйду в чистое поле, в широкое раздолье. Навстречу мне среди чистого поля и широкого раздолья 70 буйных ветров и 70 вихоров и 70 ветровичей и 70 вихоровичей. Пошли они на Святую Русь зеленого лесу ломать и пещеры каменные разжигать. И тут я, раб Божий, ваше имя, помолюсь им и поклонюсь. О, вы есть 70 буйных ветров и 70 вихоров, и 70 ветровичей, и 70 вихоровичей. Не ходите вы на Святую Русь зеленого лесу ломать и пещеры каменные разжигать. Пойдите вы, разожгите у рабы Божьей имя женщины, белое тело, ретивое сердце, памятную думу, черную печень, горячую кровь, жилы и суставы, и всю ее, чтобы она, раба Божия, ее имя, не могла бы ни жить, ни быть, ни пить, не есть, ни слова говорить, ни речи творить. Без меня, раба Божия, ваше имя. Как меня она, раба Божия, ее имя, увидит или глаз мой услышит, то бы радовалось ее белое тело, ретивое сердце, памятная дума, черная печень, горячая кровь, кости и жилы, и все у нее суставы веселились. И как ждет народ Божий владычного праздника, светлого Христова воскресения и звону колокольного, так бы она, раба Божия, ее имя, дожидалась, на который день меня она не увидит или глаза моего не услышит. Так бы она сохла, как кошеная трава в поле, как не может быть рыба без воды, так бы не могла быть она без меня. Раба Божия, ваше имя, тем моим словам и речам ключевые слова. Аминь, аминь, аминь. Дорогие мои, это очень сильный приворот. Если вам понравился он,
Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, был ли он для вас действенным. Пишите в комментариях также слово «Аминь», для того, чтобы быстрее данный приворот сработал. И ваша любимая женщина обязательно к вам откликнется. Также напоминаю вам, что вы можете сделать частный для себя приворот, присушку, который будет направлен именно на определенного человека, на которого вы скажете и попросите меня это сделать, и мы обязательно будем работать на результат именно на этого человека. Так, звоните мне, пожалуйста, под номером, который указан под видео, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!